Тифлисской семинарии. На его столе в кремлевском кабинете лежало только что вышедшее переиздание книги Берия к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. Встречи с замечательными... Lo scoprirete in Unza Unza Radio, il podcast della Municipale Balcanica. В одной из глав Лаврентий Павлович писал: 25 марта 1908 года в Баку был арестован товарищ Сталин, скрывавшийся от агентов охранки, имея при себе паспорт на имя князя Гайоза Нижерадзе. Рядом с этой книгой лежала и книга Георгия Гурджиева. On the planet Earth there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll.